Друзья, всем привет! Сегодняшнее видео будет посвящено обзору западков. Какие западки бывают, как все это, как работает, как заряжать западок. Ну, покажу, как пакую, как отправляю. Просто многие переживают, как доезжает, поломается, пока доедет. Ну, в плане доставки. Значит, смотрите. Так, пришел нам хлопок из Краснодара. Сейчас посмотрим, как дошел. Запаковано качественно. Вот тут. Запаковано качественно. Здесь получается коробка в коробке, да? Ого. Одна коробка. Здесь еще и пенопластом обложено. Так. Так. Ну вот так. Сюда снимай. Вот так вот. Ну, отправитель молодец, что. Запаковал качественно. Сейчас. Ну. Запаковал качественно. Все дошло целое. Ну, чуть попозже будем испытывать, времени нету. Все, всем спасибо за просмотр. Сейчас в наличии есть вот такие вот западочки. Этот западок сделан из дуба. Этот западок сделан из бука. Это маленький западок, который вешается на клеточку, в которой уже сидит манная птица. Значит, а здесь есть отделение для манной птицы. Так это дело открывается, туда птица садится, манная. Все, на нее мы ловим. Закрыли. Размеры. 40 сантиметров. 38. 13. И высота 14. 14. Значит, как все это дело работает. Вот, сейчас это в заряженном состоянии, птичка садится, раз, поймалась. Здесь то же самое, в заряженном состоянии, птичка садится, раз, поймалась. Здесь также птичка села, все это дело поймалось.